Москва, 1 мая, РИА Новости. 15-летний подросток признался в жестоком убийстве молодой девушки с целью ограбления на юго-востоке Москвы, расследуется уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка СК. Следственными органами КСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК. Убийство. Больше чем во время проведения следственных действий задержанный признал вину, говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 30 апреля 2018 года подросток находился около жилого дома по улице 4 Новокузьминская в Москве, где нанес девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения, от которых жертва скончалась на месте. На данный момент проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в КСУ СК по Москве.